расскажете нам все, что знаете. Я тебе, мазафака, ничего! Можете пытать его хоть весь день, он только злее станет. А вот я вам все расскажу. Все реально? Майкл Брайс пытался завязать с прошлым. Обещайте мне никого не охранять. Повторяйте за мной, не охранять. Не? Ронять. Но прошлое не завязало с ним. Быстрее! Господи! Ему придется охранять жену этого психопата. Какого хрена он здесь делает? Я же сказал любого мазафаку, кроме Майкла Брайса! Думаю, ты хотел сказать спасибо. Через 4 дня Европа будет в огне. Они планируют масштабную кибератаку. Не вздумайте облажаться. О, мы стопудово облажаемся. Я обещал своему психологу никого не охранять. Вот только не сейчас, народ, серьезно. Я держу. Все супер, оторвитесь по полной. Только не газуй, блин, так. Ты должен нас защитить. Мы пытаемся заделать Бэбика. Повторяй за мной. Я не лицензированный. Я не лицензированный. Это ужасно. Громче. Я не лицензированный. И мне бог. Нам нужны пушки. Нам нужны лодки. Нам нужны они. Ну что, сожжем вчетвером? Чё? Странно прозвучало. Вас двое. Нас двое. Тоже странно прозвучало. Давай как обычно. Сорвем все наспех. Я же буду хорошей матерью, правда? Я думаю, ты хорошей. Да. Спасибо. Угу. Наверное, это твоя мужская несостоятельность делает тебя таким хорошим слушателем. Должен признать, что мы не только в безопасности, но и готовы начать... Телохранитель жены киллера. Скоро на экранах.